Всем привет, друзья! С вами снова Эдисон, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт и проходить карту The Escapists. И сегодня мы будем дальше подготавливаться, дальше планировать наш побег. Но перед тем, как это продолжить, ребята, я бы хотел вас попросить поставить лайк. Я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. И также это действительно мне придаст больше сил для записи новых видео. И новая серия The Escapists выйдет еще быстрее. Если, конечно, мы в этой серии уже не сбежим с тюрьмы, что, в принципе, маловероятно. Но все же, ребята, я буду очень сильно этому рад, если вы вот это... поставите лайк и также оставите свой комментарий, потому что я читаю ваши комментарии и... давайте быстренько на работу потопаем и постараюсь на них ответить, также с вами пообщаться. И кто не подписан, подпишется на мой канал, я также буду очень сильно этому рад. Ребята, если мы наберем 500 лайков на вот этой серии, то я вам обещаю то, что новая серия Escapists выйдет в ту же минуту, ладно, не секунду, в ту же минуту, как только мы наберем... 500 лайков. Поэтому, ребята, когда выйдет новая серия, зависит только от вас. А сейчас... сейчас... Вот, достиралась. Ребята, вот эти красные вещички... Эти красные вещички мы не будем их... сейчас. Красные вещички мы не будем... Это за нами, типа? Наверное, за нами. Красные вещички мы не будем сейчас отдавать вот сюда, да? То есть выкладывать в сундук после того, как мы их постираем. А мы себе их свистнем. Главное, чтобы нас не заметили. Потому что нам нужно собирать... Что за бред? Нам нужно собирать изумрудные монеты для того, чтобы... Ах ты твою мать, уже начался вот этот. Как-то очень быстренько вот это все. Ну давайте мы еще может... Давайте мы еще может успеем. А мы можем вообще тут остаться? Я был бы рад, если да. Так, ладно, давайте вот это толканем. Замечательно, замечательно, замечательно. Это забираем. У нас уже два сета есть, ребята. Так. А мы можем тут остаться, я так понимаю, потому что... Сейчас, Дирти, это... А почему у меня вот это... Я как-то не понимаю, почему у меня... Вот это... Зелье, да? Не знаю, честно, ребят, я не представляю, почему у меня вот сейчас вот этот эффект остался. То есть, видите, как мы медленно все делаем, это во-первых. Во-вторых, сейчас, дайте я выложу вот это и вот это. Фри тайм, ладно. Ай-яй-яй, кто там продает, точнее, кто там покупает? Быстренько, быстренько. Нет, чувак. Нам нужно быстренько найти вот того чувака, который покупает вот эту всю шнягу. Вот, нашли. Один, два. Замечательно. Ху. У нас есть уже стак и 6. Ага, вот сейчас вот это уже... Нет, не пропало. Твою мать, пропади вот это. А может, а ну сейчас. Давайте мы это сюда пойдем. Вот так. Сейчас я немного тише это все сделаю. Где-то вот так. Почему у меня не пропадает вот это конченое... Ослабление, вот это все. Я не знаю, честно, ребята, я не знаю. Нам нужно вот красненький. А мы можем сюда вернуться? Можем. Так, сейчас, давайте тогда мы еще сейчас немного набарыжим. Сколько там нам нужно? Я, если честно, не знаю, сколько там нам нужно, но нам нужно около 3. То есть, точно я не могу вам, ребята, сказать, но около 3 стаков. Даже 4 нам стака лучше всего было бы добыть, потому что... 4 стака это очень круто. Evening Meal. Ну смотрите, они сейчас, я не знаю, нам разрешают тут находиться, поэтому почему я буду куда-то уходить, если мы можем просто-напросто тут остаться, да, и дальше продолжать себе добывать вот эти все ресурсы, можно так сказать, потому что когда мы стираем вот эту ихнюю одежку, мы потом можем или продать, не продать, а отдать в этот сундучок за один изумруд. Да почему? Твою нафиг. Вот именно вот эта фигня меня почему-то бесит. То есть, ну, хотя как почему-то. Какую-то вещь я ставлю, а она потом пропадает. И просто-напросто мы не можем по одной вещи отдать, а нужно именно целый сет. Поэтому сейчас нам нужно это выкинуть. Вот так. Это можно забрать, это можно забрать, это можно забрать, это можно забрать. Экзерсайз. Ну, пока... О, вот сейчас очень круто. Мы можем сейчас...
продолжать. Ну, если нам разрешает вот тут находиться, почему я, ребята, буду уходить, согласитесь? То есть, если мы сейчас можем тут нон-стопом добывать себе алмазные броньки и потом их просто-напросто продавать тому барыге, да? Толкать. То почему мы будем отсюда уходить? Мне кажется, это даже очень круто. Так, это мы заберем, потому что если вот сейчас все отлично пойдет, вот сейчас, вот это. Если сейчас вот это все отлично пойдет, то может в следующей серии мы уже даже сбежим с тюрьмы. Нифига себе, меня сейчас залагало. А если мы это сделаем, то это будет очень круто. Но смотрите, сейчас они находятся там во дворе. Они занимаются своей физкультурой. А на меня вообще никто тут не пялится, да? Сейчас мы добудем себе несколько стаков. Так, сейчас. У нас уже может быть 2 стака. Сейчас, давайте-ка я. 17. Возможно, но мне кажется, лучше еще немного мы будем стирать эту одежку, потому что... Сейчас, дайте я поставлю. Потому что все-таки там вроде нунчаки только 2 стака стоят. А нам нунчаки нужно, чтобы охранника запинать. Начальник, не бойся. Начальника нашего запинать, чтобы потом украсть у него ключики. Плюс к тому, нам нужно... Что нам там нужно? Нам нужно лодочка. Сейчас, дайте я это сюда поставлю. Это сюда поставлю. И это сюда поставлю. Ребята, нам нужна лодочка, это во-первых. Ладно, это давайте уже последнее будет. Я уже, если честно, тоже запарился. Лодочка нам нужна будет. И также вот та кирка, которая может ломать заборы. Поэтому я, если честно, пока что не представляю, сколько это все нам обойдется. Но вряд ли этого, что сейчас у нас хватит. Шаверблок. Ху, то есть... Ох, ребята, я не знаю, это... Эта карта очень сильно лагает. Это именно карта... Потому что я уже смотрел в других людей, которые когда-то там, америкосов, да, проходили вот эту карту, у них тоже очень сильно лагало. Ай! Да твою мать! Так, дайте, я не знаю, будем мы вот это выкладывать, давайте мы пойдем в шавербу, там, где душ принимать. Охренеть, вот это лаги. Лео, стоять! Стоять, твою мать! Вот, замечательно, это мы все толканем. Замечательно, быстренько. Это сюда. Кто там? Ага, сейчас. Они идут фритайм. Ага, это фритайм, то есть круто. Вот так. Замечательно. Смотрите, ребята. Это сюда. У нас почти... Охренеть, вот это лаги, а. Ребят, честное слово, эта карта лагает. Так, компас, нам вот это все нафиг не нужно, нам нужно лодочку, хотя в первую очередь нам бы не помешал вот это, айрон, вот это нам 100% нужно, это уже забираем, только это нужно будет как можно быстрее выложить в сундук, иди сюда, нужно сейчас в сундуки будет вот это все выложить, потому что это красные вещички и поднимется тревога. Ларри, нам вот это тоже фигня нафиг не нужна. Охренеть, сейчас, ребят, я просто перезахожу, эти лаги меня убивают, если честно. Гарри. Нам Гарри тоже нафиг не сдался. Где все остальные? Это очень карта глючит. Честное слово, ребята, это очень сильно карта это глючит. Я не знаю почему. У меня прям на этой карте падает до 10 FPS. Это как минимум странно, потому что карта без модов, только обычная карта с... Точнее, обычный Майнкрафт с картой, да? И он падает до 10 FPS. Мне даже в том же Пиксельмоне намного больше, потому что там и шейдеры, да, и вот это все у меня там не лагает. Это, ребят, именно карта. Лодочку. Ах, ладно, покупаем. Так, иди сюда. Что я там выкинул? Поднял. Нунчаки. Быстренько. Я сюда могу еще. А мне интересно, эта карта настолько продуманная, что если тут будет тревога, то что-то изменится? Или это просто, ну, тревога, да тревога. Ничего такого особенного нету. 17. 40. Нам нужно еще 2. На всякий случай нам нужно еще один раз сейчас быстренько. Если, то есть мы, ребята, очень сильно трудолюбивые... заключенные, да? Давайте быстренько, пока нас еще сюда пускает. Замечательно.
Фу, спим. Охренеть. Это лаги. Вот это лаги. Я... А, твою мать, а. Ребят, честное слово, я не имею ни малейшего понятия. Это лагает карта, я еще раз вам повторяюсь. Эта карта очень сильно лагает. А, ну вы пока что там базарьте, а я быстренько сюда пойду. Ай, я быстренько сюда пойду и еще раз вот это все толкану. Не знаю почему, я не знаю, что там разработчики вот этой карты наделали, но она очень сильно лагает. И честно, я даже смотрел в других ютуберов, которые проходили вот эту карту, у них то же самое, так же лагало, вот такие, знаете. Вот сейчас вроде все нормально, да, меня нормально видно. Вот 80 FPS. А сейчас я что-то буду делать, и оно упадет на 10 FPS. И будет так тормозить, что это можно будет с ума сойти. Так, это сюда. Вот сейчас. Дайте я выключу, ребята, лучше. Вот, 8 FPS. Смотрите, какой бред. Когда я смотрю в эту сторону, у меня 70 FPS. Я смотрю в эту сторону, у меня 8 FPS. Может там задницей ходить, чтобы у меня FPS не падали? Мне кажется, так оно и нужно. Вот, упали FPS, поднялись FPS. Breakfast. Опять. Нет! Ну, я тоже очень умный, в руках пришел. Твою мать. А, запалили нас, ребята. Запалили нас, очень сильно запалили. Наверное, нужно было сначала вот это все выложить, а потом только идти. Нам нужно еще. Ребята, нам нужно еще 2 сета добыть. А то меня запалили. Я могу сюда вернуться. Вот я не знаю, вот это такая фишка этой карты, да? То, что, мол, человек может работать хоть круглый день, да, в этой карте. Или просто это наоборот, недоработка, да? В принципе, нам 1 сет даже хватит. Нам 1 сет даже хватит. Work period. Вот замечательно. Я сейчас уже тут нахожусь. Поэтому вот так. Так, это можно уже выложить. Может нам вот так с задницей ходить нафиг? А то у меня так глючит, что это с ума можно сойти. Вот, Лео, быстренько. Лео. Вот, все, круто. Что нам осталось? Нам остались нунчаки. А нунчаки у нас, я не представляю, у кого. Кайл, нет, не у Кайла. Вроде в этого беленького, что ли. Я прям расист какой-то, не? Или нет? Так, Ларри. У Ларри тоже нету. У Фила тоже нету. У Джорджа тоже нету. А у кого нафиг вот эти нунчаки? Вот, у Боба нунчаки. У Боба нунчаки. Круто, потопали, быстренько, пока нас опять не убили, мы все шмоточки не потеряли. Ой, во, все. Давайте мы еще раз быстренько пройдемся по вещам, которые нам нужны. У нас есть лодочка, на которой можно потом будет уплыть. У нас есть нунчаки, с помощью которых мы потом сможем забабахать вот этого самого главного охранника, чтобы забрать у него ключи. И чтобы отключить питание в этих заборах, да? Чтобы они не были под напряжением. Потом, у нас есть вот эта кирка, которая может ломать железные заборчики вот эти. И, в принципе, нам, если честно, больше ничего не нужно. Все, что нам сейчас нужно, так, дайте-ка я это все сюда все поставлю. Все, что нам сейчас нужно, это ключ. Да, ребята? Все, что нам сейчас нужно, это ключ. Ну, давайте, как я уже сказал, мы сбежим. Ух, опять глючит, вот так. Вот так, когда я смотрю в эту сторону, не глючит. Ребята, давайте мы сбежим с этой тюрьмы в следующей серии. Нам нужно будет найти охранника, чтобы нас никто не запалил. Быстренько ее забабахать. С него выпадет ключ, и мы забираем ключ. Идем, открываем генератор, выключаем питание, ломаем забор, вылазим. Ставим лодку и убегаем. Ребята, вот такой у нас план на следующую серию. Я буду рад, если вы еще раз поставите лайк, потому что в следующей серии мы уже наконец-то сбежим с этой тюрьмы. И когда выйдет следующая серия, сегодня, завтра или послезавтра, зависит только от вас. Если мы наберем 500 лайков, то сразу же выходит
следующая серия. Оставляйте свои комментарии, я постараюсь на них ответить, также с вами пообщаться. Подписывайтесь на мой канал, я рад каждому новому подписчику. И, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.